Всем привет, с вами Демон Сталкер, и это еще одно выживание Distrust называется. Так что приятного просмотра, мы начинаем. Как полагается, группа выживших должна что-то там найти и убежать от всякого там кошмаров там, да. Ну, посмотрим, что да как. Так что сажусь поудобнее, мы начинаем. Не забудьте поставить лайки сейчас или после просмотра данного ролика. И подписаться, кто не подписан. Хотите пройти обучение? А давайте пройдем, правда, давайте пройдем обучение. Так, это вход сдавил. Отправить первую прямо, ну, что можно сделать, наверное. Убить второго. А можно перево, можно переключаться. Это жизненный показатель выбранного напарника. А, не понял. Температура, тепло, ага. Здание вырвалось, положим про нож мёрзнет. Такие пищи, как... Что нам надо сделать? Давайте возьмем доски. Первый закроет форточки. Свет включить, налить топливо. Взламывает. Я пускаю объявление рассматриваю. Инструкция. Печь бытовая. Модель RO01. Для оптимальной работы печи рекомендуется использовать угольное топливо. В данной модели предусмотрены методы заправки досками, а также возможность использования для зажигания мусора. Так. Откройте инвентарь. Так, похожая новость, плохие новости. Персонал пока рылся в шкафу, ходит с ним базу, например, по
Борис, это только начало. Каждый эфир по-своему влияет на характеристику узнать подробности. Так, это что, бинты? Отлично, сейчас перематываемся. Так, кому мой куртку? Тепло. Кому мой куртку оденем? Давай, это мать. Топливо добавить можно, да? Так, плавно зачем добавить шкала под инструмент, это уже степень шерстяни инструмент можно будет починить на специальные статки. Полярная база разделена на зоны. Карта отображает только текущую зону. Каждая зона в целях безопасности окружена забором, который есть только один переход в следующую зону. Новую игру. Сложность, приключения, комфортный баланс сложности и интересности. Отлично подходит для новичков. Ну, я, вот я как раз, кстати, новичок. Типа здания сразу видны на карте. Всех персонажей основа секретная концовка. Давайте начнем с приключений. Жить на базе просто невозможно, будет холодно и темно. Он уже 15 лет работает на этой должности, кажется, может взаимодействовать с различными механизмами. Да, ну вот его наймем. Опытный на полярник, по третьему поколению, еще его дед покорял Арктику. Ужас, за плечами жизни степи, научился приспосабливаться к любым условиям. Обладает крепким телосложением, отлично переносит экстремально низкие температуры. Штатный психолог. Ее подвалу позади не погружает в состояние стресса, в какие ситуации. То есть сопротивление холоду. Скорость ходьбы. Да ты девчонку возьму, чё? Причём она психолог, та ж, ну, будет нервишки успокаивать холодными вечерами одинокому мужчине.
Так, а вот карта. Так, ну и оденем. Так, так, что-то есть. Мы не смогли вас дождаться, они аномалии вышли из-под контроля. Кто объясняет, как с ними бороться, мы с Митчем обставили в соседнем медблоке. Это конец, собираюсь спать. Снуться. Так, здесь, в принципе, ничего нету, да, уже? Так, так, так. У нас карта есть? Давайте. А ее мы перебросим сюда. Может быть, наоборот, надо было, конечно, сделать. Что, кто-то рядом как будто издевается, хихикает, да? Оглядевшись вокруг, вы не замечаете ничего необычного. Что между полок и шкафчиком как будто что-то есть, блин. Так быстрее все обыщем. Так. Доски это хорошо. Вот так. Что еще здесь есть? Не, не надо открывать. Так, мы все обыскали здесь. То есть она аномалия Гюлей. Летающая плазма. Плазастая. Глазастая аномалия, ага. Знаешь, что за множество глаз с другом, с другом зрением. Она будет ярко усел. Чаще всего полярники страдают от отравлений, незаменимых
Так оказывается, таблетки с адсорбентом. Ладно, понятно. Так, так, вот там. О, мешки, можно что-то забрать. Так, так, так. Эти твари пожирают людей, люди просто ложат спать и пропадают. Мы с мужиками стараемся не спать, надеюсь, что это поможет. Так, давайте тоже сюда. Я бы вообще вместе держался, честное слово. А что-нибудь есть поесть? Хорошего здесь нету, да? А вот.
Если бы сейчас аномалия не пришла бы, вообще будет классно. Так, вот таблеточка какой-то. Нет ничего, может быть. И... Так, здесь она была, да? Так, сюда же, блин, что, везде мы были-то? Ну, вроде да. Как раз кусачки есть. Отлично. Поспать, блин. Что может забодрить? Так, тоже курточку одену. Подрылась. Отлично, мы провода нашли уже. Вот чую, аномалия появится во второй зоне. Сам, похоже, замерз. Даже меня пробрало. Уф.
правильно, женщина выполняет мужскую работу. Так, где его спальный район? Вот это, да? По очереди будут отдыхать, значит. А, кровотечение, понял. Заматывайся. Так, безумный сотрудник жалуется на невероятно разнообразный перечень симптом. Нам не приходилось раньше с таким стал. Пребываю в состоянии безумия, съел консервный банк. Так, классификация аномальных явлений. Летающая ледяная аномалия. Боится тепла, поглощает горючее топливо с генераторами. Вызывает переохлаждение у сотрудников баз. Так, что они там говорили?
охладить. Надо, может, помещение охладить. Ах ты, блин. Что за монета? Что-то она ушла, вроде похож, да? У нас есть мусор. Так, есть кофе, есть кофе, нет кофе. Так. Так, давай ты по... Так, затоплю пиво. Хотя бы ты поешь. Я не знаю, на чем готовить. Нифига, да, не сытно. Да. Не, отравление на мозг.
Давай отмычками попробуем. Во-во-во, плита. Женщина. Так, давай это тоже приготовим. Так, спальня была. Так, что? Картошку приготовим. Я думаю, на первое время еды хватит. Как считаете? Я тоже считаю. А, лопат сломался. Мне знаком такой тип закона, есть очень хитрым способом ставить в него отмышь, но я смогу. Вау, 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 блин. Черт, ничего не получилось, но отмышь сломал. Да, профессионал. Займется. Ничего нельзя доверить, девчонка. Приходится самому, да, все делать. Наливай, наливай. О. Что такое может быть? Thank you.
Так, от тебя. Так, Ашвар Джексон, тут новый персонаж. Давайте пиво распилим. Мы были. Убим, что ли? Высылаю тебе сводку по случаям экстренного вскрытия дверей за прошлый месяц. Как ближе сюда. Блин, все равно аж спать хочется.
она света, да, боится? Химической внешности среде, это что? Ну это пригодится. От энергии, значит, нам главное свет, она боится. Я фонариком светил для ребят, на. Можно пока поспать пойти, блин. Сейчас последнее здание обыщем. Так что можно, в принципе, переждать. Здесь нам надо тоже провод какой-то найти, наверное. Ничего хорошего здесь нет.
сейчас, ребята. Есть здесь... А, сохранить и выйти, ага. При выходе сохраняется. До сюда добежать, погреться-то. О. Согрей, погрейся, погрейся. Вот это поворот! Опа-на, блин. Я без него ушел. Да, вот это фейл. Я думал, что я потом... Ладно, ребята, я потом, я думаю, сначала начну. Потому что я не знал, что, блин, если здесь один человек. Вот такие дела. Ну, это пера все-таки играю. Потому что сильно не шпинайте. Всем спасибо за просмотр. Игра, в принципе, хорошая, достойная. Внимание. Всем спасибо и до новых встреч. Увидимся через мгновение. Всем пока.